Женщины всегда вдохновляли и вдохновляют на создание самых прекрасных произведений искусства. О них и для них писали Пушкин, Лермонтов, Тютчев. О женщинах пишут и современные поэты, и композиторы. И мы, певцы, также вдохновенно поем для вас, дорогие женщины. И мне хочется сейчас исполнить романс Глинки на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Много поздравлений с вашим замечательным праздником днем 8 марта. Много разных, самых хороших пожеланий и радости, и счастья. И я от всего сердца присоединяю свой голос к этим поздравлениям. Хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь была полна счастьем. И если в вашей жизни будут волнения, то пусть они будут только радостными.